Всем привет! Дизайн и персонажи. Опять я поднимаю эту тему. Честно говоря, я надеюсь, что еще никому не надоело это слушать. Но просто лично я обожаю придумывать и создавать дизайны. И поэтому рассказать мне как бы есть что. Я, конечно, не мастер этого дела. Мои дизайны не самые лучшие. Я не училась на дизайнера. Ну, если в таком духе. Но я как бы тут и не туториалы записываю, а скорее, ну, свое личное субъективное мнение. Так что вы не обязаны, естественно, прислушиваться к нему. И в любом случае делать так, как нравится вам. Итак, начинаем, как всегда, со спидпейнта. У меня не нашлось подходящего арта, но осталась запись скетча референса моего персонажа. Но я подумала, что это как бы подходит в тему дизайна, поэтому вот он, этот ужасный всратый скетч. В плане, я извиняюсь, что это не полноценка, а просто скетч. И еще там опечатка в референсе, но мне как бы лень ее уже менять, так что можете про это не писать, если что, я как бы в курсе. Практически все мои персонажи это реальные люди из нашего реального мира. Ну, грубо говоря, можно зайти в любой интернет-магазин, на рынок, в торговый центр и подобрать им шмотки. Ну, конечно, за некоторым исключением. У меня есть и более какие-то сложные дизайны и попроще, но я лично люблю персонажей, которые не сильно сложные, как раз потому, что мне нужно рисовать будет с ними комикс, и которые обычные люди. Ну, это, конечно, мое личное предпочтение. Это не значит, что персонажи эльфа из леса мне не интересны. Просто к ним и одежда придумывается немножко по-другому, ищется не так, как, в общем, ищу я. И вообще, мы как бы тут не о моих вкусах будем говорить, не предпочтениях, и я извиняюсь. Я сегодня хотела бы поговорить как раз о палитрах и о том, как лучше подбирать цвета, ну и прочие такое. Темы поиска одежды, референсов я как-нибудь подниму в другом видео. Итак, прежде чем я начну, хочу сказать, что мое мнение примерно такое. Вы не обязаны слушать других. Если персонаж чисто для вас, и лично вам он нравится, то все окей. Даже если кто-то считает его неправильным, то не надо никого слушать. Если вы, конечно, хотите его поменять, то да. Но если вас все устраивает, то зачем? Зачем пытаться угодить какому-то человеку? Особенно если этот человек, ну, не знаю, не ваш друг, не знакомый. Ну, зачем? Другое дело, конечно же, если вы хотите, чтобы персонаж нравился другим. Например, он идет на продажу, ну, или что-то такое. Ну, или, например, вы хотите нарисовать комикс, и вы хотите, чтобы персонаж был более-менее популярным. Все-таки придется постараться побольше, посмотреть гайды. Ну, и вот прочее в этом духе. Ну, еще помните, что подбор палитры зависит как бы не всегда от самого персонажа, еще от того, как и что вы рисуете. Ну, то есть в аниме цвета довольно яркие в большинстве случаев. В реализме палитры более приглушенные, ну, и как бы так далее. Я обычно рисую яркими цветами, поэтому и палитры я делаю яркими. Но такого эффекта можно добиться, не используя яркие цвета в самой палитре. То есть вы можете сделать цвета обычными, пастельными, но сделать яркие тени контрастными цветами, и все равно будет похожий эффект. Итак, вот цветовой круг. Лично я выбираю цвета примерно вот из этой вот области. Вы можете, конечно же, брать не там, если вам нужен другой эффект. Чисто палитрой можно сказать многое о самом персонаже. Я, конечно, могла бы использовать примеры каких-то фандомных персонажей, но я лучше покажу вам все на примере своих персонажей. Вот вам, например, Бриз. Она много кому нравится, но, честно говоря, в свое время я очень много хейта получила из-за нее. Но это тема для другого видео. Кстати, скажите, если вам интересно такое послушать. Итак, ее суть как персонажа, что она не парится при выборе одежды. Просто берет яркую, чтобы привлекать внимание. И это можно сказать, только посмотрев на нее. Вам не нужно что-то знать о ней. Просто потому, что в ней очень много цветов. И они не прямо, чтобы сочетаются между собой, как видите. Ее палитра сама по себе как бы не сильно яркая, все дело в тенях. Ее старая палитра была очень яркой, и из-за этого многие считали, что она Мэри Сью. Да, вот так вот, ребят, из-за палитры люди делали ложные выводы. Я просто сделала цвета более приглушенными, поменяла цвета теней, и готово. Теперь она выглядит намного лучше, хотя у самого персонажа в одежде и во внешности абсолютно ничего не поменялось. Вот другой пример персонажа, это Присцилла, и в ней буквально три цвета, вроде как. Какие мысли вам приходят в голову, когда вы ее видите? Из-за пастельных цветов и малого их количества, она просто выглядит милой, спокойной, воздушной. Думаю, вы поняли мою мысль, к чему я веду. Итак, время. Это странный пункт, я не придумала ему название, если честно. Но вот вам еще пример из моего личного опыта, я попробую объяснить, что я имею в виду. Как вы знаете, я рисую комикс, точнее, недавно начала. И все персонажи, которые у меня есть, это персонажи для комикса. Я не создаю персонажей просто для красоты или просто чтобы он был. Мне надо, чтобы у них была какая-то цель или что-то из этого, я не знаю. Короче, я не коллекционирую персонажей. Итак, вот вам старый скетч. Это первый концепт персонажа, который я сделала года 2 назад, наверное, или около того.
это родители одного из моих персонажей, и делала я его, не опираясь ни на что. То есть я не искала референсы, я не искала абсолютно ничего. Я опиралась только на самого их ребенка, пытаясь сделать в родителей, чтобы было узнаваемо. И вышло, честно говоря, не очень. По моему мнению, накосячила я в выборе цвета очень сильно. Темные цвета обычно используются на не самых позитивных персонажах, на злодеях, например, ну и прочее такое же. Или чтобы наоборот показать, что он угрюмый, грустный, депрессивный. И персонаж вышел кучным, наверное, я не знаю. Причем, оп, но речь сейчас идет конкретно про эту прекрасную даму. Потому что только ее я и успела переделать к этому моменту. И вот мне пришлось залечь на дно. Я просто дала себе перерыв. Это мама, она супер-мега активная, добрая и позитивная. И синяя, и фиолетовая палитра, конкретно та, которую я выбрала, здесь довольно приглушенные цвета. Она очень темная и не отражает суть персонажа. Я очень долго не могла подобрать цвета и просто решила спросить у Гугла. Итак, как вы узнаете, в интернете есть готовые палитры. Я обычно ими не пользуюсь, но тут прям вообще в голову ничего не приходило. Если кто-то спросит, как гуглить палитры, так и напишите. Готовые цветовые палитры. Google вам выдаст сайты, где можно искать и выбирать по цветам конкретные палитры. Так вот, две палитры, которые я нашла и использовала, чтобы создать нового персонажа. Я просто смешала цвета, кое-какие я использовала, кое-какие нет, и как бы вот что у меня получилось. Теперь, благодаря правильным цветам, она больше похожа на того персонажа, который я ее и задумывала изначально. То есть, активная, веселая женщина, которая выглядит молодо, по-молодежному, не знаю. По старому скетчу, по крайней мере, так вообще не скажешь. В целом, это, конечно, не единственный персонаж, которого я делала больше, чем пару месяцев, чисто из-за того, что не было идей, но я и не торопилась, потому что в сюжете она появится абсолютно не скоро, плюс когда я ее делала, я вообще еще не рисовала комикс, так что мне было пофигу, я просто делала. Третий пункт, и последний, потому что я не особо вспомнила, что еще можно сказать на эту тему, это ложные цвета. Если честно, я не знаю, как это назвать, но, в общем-то, как я и сказала, по цветам можно примерно понять характер персонажа. А что, если попытаться обмануть зрителя? Как часто бывает в аниме, вот вам милашка в розовом, а в конце оказывается она психованной, истеричкой, вообще она убийца, а ведь по внешнему виду так и не скажешь. У меня есть такой персонаж, он одет очень ярко, красочно, но, как говорится, он импостер. Естественно, без примеров, это спойлер, так что даже не спрашивайте. Считаю это отличным приемом, но главное в этом случае, чтобы характер и история соответствовали этой хитрости. А то получится ерунда, и вы все запорите. Ну, а на этом вроде как все. Конечно, ребят, тема большая, но я не очень сильно готова делать большие ролики. Мне как-то сделать проще несколько маленьких и привести в них несколько примеров и прочее. Просто потому что, когда я сажусь за сценарий, я не могу сразу вспомнить все. Я скоро буду садиться за концепт нового персонажа. Возможно, тогда я расскажу побольше и затрону, естественно, другие темы. Я просто назвала основные аспекты при выборе цветов, которыми пользуюсь я. Ну, а всем спасибо за просмотр. Обязательно делитесь в комментариях советами, которыми пользуетесь вы, которые вы считаете полезными. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, включайте уведомления, чекайте все мои соцсети, пожалуйста, если вам не сложно. И всем хорошего дня, отличных персонажей, пока!